Добрый день, друзья! Масло черного тмина может помочь в борьбе даже с самыми тяжелыми болезнями. Черный тмин, он же черный кунжут, он же нигелла, пряная специя, используемая не только в кулинарии для придания пикантных ноток блюдам, но и в народной медицине. Особенной популярностью и эффективностью отличается масло черного тмина. Черный тмин не имеет ничего общего ни с обыкновенным тмином, ни с кумином или зирой, с которыми его часто путают. Семена тмина богаты множеством элементов, количество которых превышает сотню. В лечении раковых образований эффективность черного тмина заключается во входящем в его состав вещества тимохинона, который не только способствует замедлению развития пораженных клеток, но и уничтожить их. Также семена нигеллы богаты антиоксидантами, соответственно, обладают иммуномоделирующими свойствами и способны выводить токсины из организма. Масло из семян черного тмина помогает справиться с женским и мужским бесплодием. Оно повышает потенцию, выравнивает гормональный фон, улучшает качество мужского биоматериала. Масло черного тмина в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Помогает справиться с гипертонией, снизить уровень холестерина в крови, а также препятствует развитию атеросклероза. Кроме того, семена черного тмина, употребляемые натощак в количестве 2 грамм, помогут снизить уровень глюкозы в крови. Масло применяется в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Оно обладает противовоспалительными свойствами, помогает справиться с запорами, нормализует пищеварение, употребляется как лекарство от дисбактериоза, колитов, язвы желудка и 12-перстной кишки. Гастрита. Людям, страдающим эпилепсией, водный экстракт черного тмина помогает ослабить приступы. В лечении заболеваний кожных покровов аппликации из масла черного тмина помогут справиться с псориазом, если ежедневно смазывать им воспаленные участки. Масло нормализует обмен веществ и ускоряет его, повышает иммунитет. За 20 минут до приема пищи необходимо принимать чайную ложку масла, запивать водой с медом либо соком. Курс лечения составляет 3-4 месяца, затем, после отдыха, можно повторить. Настоятельно не рекомендуется употребление этого натурального лекарства беременным женщинам, поскольку вещества, входящие в состав семян, могут спровоцировать родовую деятельность. Надеюсь, в этом выпуске вы узнали что-то важное и полезное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим роликом с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!